Центр избирком зарегистрировал кандидатуру Владимира Жириновского на пост главы государства. В его карьере предстоящие выборы президента страны станут пятыми. Жириновский лично прибыл в Центр избирком, чтобы забрать кандидатское удостоверение. И изложил взгляды на то, как сделать голосование максимально прозрачным. Хотелось бы дать предложение, мы успеем их внести в закон. Это электронная система голосования. Не только веб-камеры, но и электронные урны. Но этого мало. Надо все-таки подумать о том, чтобы в других кабинетах, где нет веб-камеров, ночью, в 2-3 часа ночи, кто-то не попытался бы исказить бумажные протоколы, а еще кто-то может их исказить при введении в систему ГАЗ-выборы.